Чего меня снимаешь? Ты разрешила снимать? Ни слова больше. Хотя это даже не мой поезд. Короче, я уже в московском метро не стал вас томить с этим адом в поезде. Скут так просто оставлять не хочется, еще украдут, блин. Москва же, сами понимаете. Опа. Это что за дела? Парниша, погодь. Слышь. Ну, вот это было уже стрёмно, братан. Короче, вы просили, я делаю. Коллапс и Макачка. Что ты стальнишь? Нормально. Спасибо. Дай кулачок, ну быстро. А я видос попаду, ты меня вставишь? Ты меня вставишь? Пойдем. Давай ручку. Короче, я тут уже 3 часа. Ребята потихой приходят. Показываем. А можешь показать? Конечно. Сколько тебе лет? 9. Твой инстаграм? Да. Подписывайтесь. По-моему, вот этот парень точно заслуживает. Еще что-нибудь покажешь? Да. Давай. Здравствуйте. Я попаду видос. Да. А я? Да ну нафиг. Ты нормальный? Да. Так реально падает. У меня изотопник. Как же он реально падает? Так типа оп и... Блин, ему хорошо, он низкий. Он ему... Блин. Мне напомни, как раз два. И порви. Рандан какой-то, блин.
следующий раз я возьму с собой пачек 10 подшипников. Ладно, я объясню, что произошло. Короче, у нас оставалась бонусная коробка подшипников. Тебе неловко про это говорить? У нас оставалась бонусная коробка подшипников, и мы решили сделать бонни-хоп-контест. Но ребята не показали крутых результатов в бонни-хоп-контесте, поэтому я предложил тому, кто заберет у Владислава кроссовок, получить коробку подшипников. Можно, да? Спасибо. Подписывайтесь на мой канал, Влад Самокач, кто не подписан. Поставьте мне лайки и напишите мне комментарии, то, что вы от Риси. Подписывайтесь на Вову, Риси, и ставьте лайки. Ребят, короче, у нас есть еще два колеса, они, по-моему, 125-е. Как выиграть? Ваши идеи. Смотри, это самоубийство по-самокатерски. Я реально нервничаю. Да залезай наверх, наверх. Погнали отсюда. Нерстан. Вот теперь пошла. А давай мы типа такие с двух сторон подойдем такие. Давай, давай. На паузу? Не-не-не, нормально. Давай. А на этом всем спасибо. Рад был тебя увидеть, Владислав. Подписывайтесь на канал Влада, ссылка будет в описании. Вы знаете, Влад Самокач. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите, должен. Что? Сколько я тебе должен за пиар? Там про казино договоримся. Ладно. Пока.